Всем привет! Мы на канале Кри и Тёмка. Сегодня мы едем на Бессмертный полк. Всем привет! Мы сегодня участвуем в акции Бессмертный полк. Вот понесем портрет нашего дедушки моего и прадедушки Кристининого. Кристина, какой прадедушка подвиг ты совершил, ты помнишь? Да. Какой? Он победил в рукопашном бою 21 немца и одного взял в плен. Да, вообще, вот представляете, в рукопашном бою 21 человек. Он их победил и одного еще и в плен взял. Вот, поэтому сейчас посмотрим. Очень много народу будет, я думаю. Сейчас поедем, посмотрим. Поехали? Угу, потому что деда Миша знаменитый. Да, знаменитый. Ну, все, кто у нас в войне участвовал, очень красивый, да? Штендер нам сделали. Шурга Михаил Герасимович. В 1916 году дед родился. Вот, очень красивый. На такой длинной палочке. Сейчас мы пойдем высоко-высоко будем нести, да, Кристина? Да. Ну, своих героев надо знать в лицо. Я один раз был не помню, это дед? Я... Вот они, сознательные наши граждане. День Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Этот День Победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. И ночи у мартеновских печей не смыкала наша Родина очей. Ни ночи битву трудную вели, этот день мы приближали, как могли. Этот День Победы порохом промах. Это праздник. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и комментируйте, смотрите прошлое видео и не забывайте про прозвище наших предков. Да, а наш дед Миша был награжден медалью за отвагу. Мы забыли об этом пораньше сказать, да? Да.